Так, я обычно бегаю вот здесь, вот рядом с домом, по кругу, но сегодня мы побежим в Пестовский парк, я покажу его и расскажу всю сегодняшнюю тему видео. Так, ну теперь уже, ребята, всем привет. Тема сегодняшнего видео будет у нас донорство и сдача крови. И насколько это полезно как благотворительность. У нас в стране очень много всяких онкологобольных или людей, которые попали в аварии, которым нужна кровь. Техника пока еще не дошла до того, что мы ее можем сами воспроизводить. Есть несколько таких оборудований в стране, на которых еще не все, ну и вообще мало кто из медиков может пользоваться. Это такие аппараты, которые подключаются люди, и во время операции у них перегоняет кровь и чистит ее и возвращает обратно. Но единица врачей, высоких специалистов, которые умеют этим пользоваться. Я сегодня поеду сдавать кровь безвозмездно. Есть несколько вариантов, как можно ее сдавать. То есть такая помощь очень хорошо помогла бы людям, нуждающимся в крови. Нежели скидывать по 50, по 100 рублей фабрики, нуждающимся, лучше помочь таким образом. Так вот, опять же, ближе к делу. Есть два варианта сдачи крови. Первый – это безвозмездный, бесплатно, получая компенсацию на обед от 700 до 900 рублей. Но деньги здесь не главное. Здесь главная помощь людям и цель человека – помочь кому-то. Но при этом есть тоже определенная своя выгода, если сдать 40 раз, человек получает почетного донора. То есть он получает льготы на земный транспорт и скидку 50% от коммуналки ЖКХ. И второй вариант сдавать платно. Это около 2500 рублей сдача крови. И около 6000 рублей это сдача материалов из крови. Перегоняет ее, добывает нужные материалы и возвращает кровь обратно. Есть еще один из вариантов для тех, кто переболел коронавирусом. Сейчас берут кровь на антитела, и это тоже около 6000 рублей получается. Далее мы поедем впервые сдавать кровь, и я покажу на себе, как это все происходит. Погнали! Так, ну что, приехал я на Металлургов 37А. Здесь больница и много разных корпусов. Сейчас ищу нужный здесь по территории. Напрягает один момент, что припарковал тачку, ну, в не очень хорошем месте. Не попал, сказали, что приехал не туда. Приехал я вот к таким воротам, вот там. Говорит, обходи вокруг, иди с другой стороны, заходи. Это не то, что тебе нужно. Ну окей. Мне интересна реакция. У меня же татуха, забита рукав полностью. Что скажут там врачи? Будут ли какие-то там назначать дополнительные анализы, напрягаться из-за этого там и так далее. Значит, с той стороны из больницы я вернулся. Здесь какая-то стройка и 37-й
дом А здесь с надписью. У нас приехал на сдачу крови. Я уже звонил, для этого узнавал все. Владимирская область. Блин, это мне не говорили. Так, присесть надо, да? Паспорт у вас пока. Так, до этого, когда зашел, дали спиртовые салфетки и маску, чтобы одел лицо. Заполнили анкеты, все направили дальше на сдачу анализа. Смотрите, тут есть инстаграм этого отделения. Было у врача, это все посмотрели, проверили тело, вес там и так далее. И сказали зайти в буфет для сдачи крови. Здесь бесплатно дают чай и печенье. А я хотел заплатить денег у них. Спасибо. Сдал 5 минут 30 секунд. Получилось там 450 мл крови. Я себя, кстати, чувствую хорошо, без каких-либо таких симптомов. Там не шатает меня, не плохо меня, не бледно, я вроде как. Короче, нормально. Ты, я думал, плазму сдашь? Я просто ни разу не сдавал, мне врач просто рассказал то, что можно будет прийти взять. Справка, не касается. Спасибо. До свидания. Могли бы дать вот такую справку на 2 дня. Как некий отгул на 2 дня с рабочего места. Или плюс, когда к отпуску надо точно пробивать. Если работодатель дает добро. Конечно, мы же в России. Кто тут даст добро? Я даже не знал свою реакцию. Сейчас дам кровь, типа, что я буду бледнеть, валяться там буду. Первый раз? Да. Mm-hmm. Ну, потому что есть разные истории. У меня есть там пару таких крутых друзей, кто постоянно сдает. И слышал, что какие-то такие кабаны, в общем, падают. Ну, да, раз, наверное, все такие чуваки такие спокойно сдают. Да. Организм зависит. Mm-hmm. Как нагрузка, то есть, легкая.
Вот, кстати, у меня такая, мне кажется, спорная вот, ситуация с этой справкой в нашей российской реальности. Вот этот отгул там на 2 дня или что-то такое, я думаю, что он не работает, скорее всего. Ну, какой? Если государственная организация, то без проблем. А в коммерческой, да. Ну, в коммерческой там все. Там все как хотят, да? Там все по собственному желанию. Угу. Так, еще один, да? Нет, об одном месте не было. Обязаны. И по-любому льготы, там, ЖКХ, Ну, понятно, да, если ты уже на почетного накопишь. Да. Там много льгот. Да. Все, спасибо. Все прям четко, копейка в копейку. Вышел из этого учреждения 720 рублей. Еще заплатили типа на компенсацию питания, ну, на что-то, да. И там еще напоили сладким чаем и дали печенье перед сдачей крови. Сдал я за 5 минут 30 секунд, очень быстро. И еще они приняли у меня всякие анализы на ковид и на антитела. То есть, если я, допустим, больной ковидом или уже переболевший, в понедельник позвонят, скажут об этом. Вот, а так, в целом, я, в принципе, доволен, я себя хорошо чувствую, никаких проблем нету. Все, говорит, главное, в течение дня не тренируйся, там, в баню не ходи, не пей, вот, и все. И как бы соблюдать нормальный режим сегодняшнего дня. Все, гоним дальше, я еду работать. Ребята, в описании будут все возможные ссылки этого медучреждения и вот этого крови переливающего отделения. Если кому-то, ну, это интересно, можете также позвонить, можете приехать, можете сами на себе попробовать сдать кровь, вот, и прочувствовать то, что сегодня прошел я. Вот. В целом, кому-то, повторюсь же, из моих ребят потом приходят спустя время смс-ки о том, что вот сегодня ваша кровь там помогла там, тому-то, тому-то. То есть они периодически такую добрую мотивацию получают от того, что их кровь, которую они сдавали, она кому-то понадобилась, ее использовали. Так что ладно, всем спасибо за просмотр, за комментарий, за лайк либо дизлайк. Давайте, всем удачи!